Так, смотрим энергии дня 16 апреля. 16 апреля очень сильный, мощный день, решающий очень многие вопросы. Самое основное в этом дне – это семейные ценности. Сегодня было бы хорошо навестить своих родственников, позвонить своим родственникам, ну, вообще как-то, да, то есть контактировать со своим родом. Сегодня все родовые, да, практики просто 100%, да, работают. И вообще просто, я еще раз говорю, помянуть тех, кто ушел, или вспомнить тех, кто еще с нами, да, будет очень важно провести день в кругу своей семьи, своих родственников. Сегодня день это, ну, это закладывает, даже закладывает очень много. От рода вы можете взять и опыт, да, и энергию, которая вам пригодится впоследствии. Дальше. В принципе, для достижения любой цели, да, день подходит. Эмоционально. Эмоционально, да, все эмоции, ну, в принципе, будут как бы улегаться потихонечку, да. Здесь есть такой момент. Очень много будет, ну, как грустных мыслей, да, у людей. И самое интересное, вы поймете, что ваши все переживания, грустные мысли, они были обманчивы. Они были навеяны любыми вашими неврологическими, как бы, заболеваниями, либо, ну, просто мы люди, мы иногда переживаем, мечемся, волнуемся, там непонятно за что. Поэтому старайтесь побыстрее все откинуть. Дальше. Для многих, да, людей, в принципе, этот день еще и травмоопасен. В каком плане? Если мы не смогли справиться со своими эмоциями, отвлеклись там на дороге, ну, или еще как-то где-то, то, в принципе, это может быть какая-то там травма. Дальше. Это ложь. Здесь говорят ложь, воровство. Тоже энергия этого дня. Очень даже этому сопутствует. Поэтому деньги никуда не вкладываем, ну, не жертвуем там, я не знаю, с надеждой. Почему жертвуем? Потому что если вы их уже вложили, то значит все, забудьте. Ну и кошелечки свои держим массово где-то, если мероприятие или... Потому что воровства будет много в этот день. Ну, как бы аккуратнее, осмотрительнее будьте. По здоровью это сердце сегодня, да, и эндокринная система. Нужно обратить на это внимание. Ну, деньги работают, и, в принципе, все, что было заложено, будет приносить вам пользу. Вот такая тенденция дня, общая энергетика на 16 апреля 2024 года.